Главное управление МЧС России по ЕО рекомендует познакомить своих детей с интернет-порталом детской безопасности «Спас-Экстрим». Там можно найти всю необходимую информацию о безопасном поведении как на улицах города, так и дома. На портале содержатся рекомендации профессиональных спасателей, как действовать в случае нештатной ситуации, интерактивные игры, обучающие видеоролики и мультфильмы, и главное, все эти правила в доступной игровой форме. Портал можно найти в сети интернет по адресу, который вы видите на экране. Родители, уберегите свое чадо от опасности. Предупрежден, значит вооружен.